Вы такой грозный. Так смотрите, как будто я вам у вас Да я одолжила вот просто не денег и знаю, как это. забыла отдать. Ну да. Нет, это была не я. 2 гривны. 2 гривны. Это была не я. Это ваша дочка. Может быть. Ну, я шучу. Вы из России? Да. Ходили? Ну. Кстати, можно вас спросить? Ну, я из Украины. Просто Я интересно такое. вижу. Я сейчас в Италии Что-что? живу. Я в Италии сейчас. А как вы думаете по поводу Путина? Будет он, ну, эти нормы приняты и все? Что будет? Нормы приняты будут все эти. Которые В Конституцию. проголосовали? Да, ну, в Российскую Ну, Федерацию, да. ты знаешь, вот что-что, ну, обвинить Путина в том, что он не держит слово, пока еще не за что. Ну, в общем-то. Пока все Ну, то есть... выполняет. Молодец. Согласна. А что он... Я на секундочку. А что он выполнил? Ну, все, что обещал, все выполнил. Например, что? Ну, что? Вот что он заявлял? Вот он, допустим, когда пришел, он сказал, что он остановит войну. Он ее остановил. Когда только Какую пришел. войну? От кем? С Чечней же воевали, что не помнишь. Окей, согласен. Так. Потом он заявлял, что он, ну, как бы вернет суверенитет стране, что он разберется с олигархами. Можно я прибью вас? А может, теперь репарации платить Чеченской Республике? Что бы он ни делал, войны нет. Это его проблема. Нас это не волнует. Простых А людей кто это не воды по поводу волнует. Украины? Нам важно было обещание, он сдержал, остановил войну. Остановил. Нам это важно. А как он это сделал, это уже его проблема. Понимаешь? Если А войну с Украиной как вы рассчитываете? даешь Ну, обещание, а что расцениваете. мы воюем с вами? А что нет? Где? Вам конкретно? Ну, Конкретно вы в каком знаете. месте? В каком месте? Ну, В каком, вот начиная от Крыма и у вас же заканчивая в есть, Донбассе. подожди, у вас есть граница общая с Россией? Есть. В каком месте российские войска перешли границу, где был бой с вашими пограничниками? В каком Вам месте показать видео? прорвали границу? Как Ну, в каком называется месте? населенный пункт? Как называется? Кто прав? Наступление не является субъектом. Это наступление. Ну, в каком месте было наступление? Где прорвали вашу границу, вашу оборону? В каком месте вашей границы? У нас оборона не... Мы независимое государство. На нас В напали. каком Оборону месте? нам В никто не каком прорывал в месте? этом плане. Хорошо, независимое государство имеет границу, правильно? Вы имели границу с Да. Россией? Так, на Да. вашей границе стояли Мы... Нет, я пограничники. прибью вас. Подожди, не Мы имели кричи. границу с Дай Российской закончу. Федерацией. Я закончу мысль, потом будете продолжать. На Да, границе конечно. стояли пограничники. Пограничники это военные? Нет, это погранзастава, не военные. А что это погранзастава? Это кто? Гражданские? Нет, это Кто это? пограничники. Это отдельная история. Но это военные. Они Они зачем стоят? не Они на подчиняются границе. сгоны вооруженным силам На Украины. границе они что делают? Стригут газон Охраняют или границу. охраняют границу? У них одна единственная боевая задача – охранять границу. Охранять границу, правильно? И если эту Ну. границу будут нарушать войска, они обязаны их остановить, правильно? Да. Дать им бой, да? Ну да. В каком месте вашей границы, ваши пограничники дали бой российской армии? Изварено. Изварено. Наступали с российского, это, с Обстрел России. градами и шел и минометами. По Ну, пограничным троям Украины. Изварено. откуда шел обстрел? С Российской Федерации. С какого места? Ну, вы сами там узнаете. С Да, какого места. все, хорошо, знаю. Это факт. Я не буду Хорошо. вам ничего доказывать, Ну, если вы, ну, глупые, поэтому... хорошо, они побомбили, но они границу переходили или нет? Даже если допустить, что они там стреляли чем-то, они переходили границу? Да, переходили. В каком месте? Десантники, заблудишь. Какая армия? Армия какая? Номер армии?
Да хуй, причем он армия? Российские войска пришли? Десантников, десантники зашли к вам, ваши вышли в российскую сторону, это я помню эту историю. Нет, они не вышли туда, они ссылки уехали домой. Ваши российские, ваши украинские выходили из Москвы и зашли в территорию войны, Российской Федерации. Спросите у них, кто куда ходил. Я помню, что вышли ваши, показывали их, накормили, напоили и обратно домой отпустили. Это я помню. Ну, не всех, правда. Слушай, скажи, спасибо, что вообще отпустили. На минуту. Так вы нападали на государство Украины? В каком месте, ты мне скажи, в каком месте перешла границу российской армии? Ну, вот если мне ответишь на этот вопрос, я тогда не знаю. Скажу, я отвечу вам на этот вопрос. Там, где граница, не контролируется граница Украины, там вы зашли. А почему граница Украины перестала контролироваться? Что случилось? Ну, потому что ввели в Луганскую и Донецкую область свои войска. Что там случилось с Украиной? Украина почему не контролировалась? Украина перестала контролировать границу? Что случилось с Украиной? Ребята, вы все скоро в этом знаете. Что случилось с Украиной? Почему вы перестали контролировать свои границы? Почему? Вы же понимаете, я диверсант русскоязычный. Поэтому все будет плохо. Почему вы перестали... На вопрос ответьте. Я же вернете нам Ростов, вернете все. Я задаю вопрос. Вы забрали Крым, мы вернем на Ростов. Я вопрос задала. Вы слышите, что я вам спрашиваю? Да, слышу, конечно. Отвечать. Что отвечать? Я так и не понял. А знаете, почему вы не поняли? Потому что вы кричите параллельно со мной. И так не получится диалога. Или один понимаю, говорит, или второй. То есть параллельно не надо орать. Что Таганрог случилось... это Украина. Можно я скажу? Что случилось с Украиной? Что случилось с Украиной, что вы перестали контролировать свои границы? Ну. При защите границ Украины наш обстрел Российской Федерации. В каком месте вы защищали свою границу? Это в Гааге. Я не буду с вами спать моменты, это не нужно. Это все уйдет в Гаагу. В каком месте вы защищали ваш свою границу? Ваш президент преступник. Мировой преступник. Поэтому все в Гааге будет обсуждаться. Эти все моменты. Границу Гаагу. Слушай, ты Гаагу себе пхай уже в задницу. Уже приняли такие поправки, что эту Гаагу да, можно поставить прямо. Да, в задницу вы всех ходите. Трамп ее уже послал, только и Путин ее послал. В задницу никто не знает. Одни вы молитесь на эту Гаагу, блядь. Вообще, на самом деле, послать нахер вот этот Международный валютный фонд, возможно. Послать нахер Сороса, возможно. Послать нахер Гаагу, возможно, при желании нужно. А у вас этого желания нет. Вы встали, извиняюсь, в позу. И вот как сейчас нет, в Америке это не поза. Это мировое сообщество называется. Это вы можете поставить, как вам кажется. Новая тема. Ну что? Ну что, блин, ну что? Да ничего. Вы заради этого Сороса, вы готовы на все. На все готовы. А кто такой продать Сорос? Землю. Сори. Да, блин, все, ну на все готовы, понимаете? Вы какие-то странные люди, странные. Вы как будто не русские вообще, не славяне. Вы какие-то... Не, мы не русские, мы даже не славяне, мы украинцы. А вы славяне? Тоже вы не славяне, это стопудово, вы турки какие-то чокнутые. А вы славяне? Посмотри на себя, вот посмотри на себя, ты славянин? Да. Я разумею украинскую мову, я могу с белорусом схватиться, с поляком схватиться. Посмотри на себя. Ты вообще в курсе, что у вас нацистская идеология уже практически пришла к власти, что они правят? Нацистская а к чему нацистская идеология ведет, как вы думаете? Я тебя спрашиваю, ты в курсе, что нацистская идеология у вас вот-вот победит? В курсе? Так она победила уже. Ты тем более она победила. А ты почитай, что такое нацистская идеология. И где ты будешь при этой идеологии? Так ты, вот на вся Европа, ты похож на арийца так, как я похожа на балерину. Вот ты такой ариец. Ты будешь максимум чистить башмаки, если не пойдешь на абажур. Это у тебя, Европа это у тебя в голове вот, понимаешь, зеро. Ну окей, если Украина живет, значит вся Европа живет так? Вы думаете до сих пор, что вы Европа? Ну, значит, Европа живет так. А почему я в Европе не знаю, что вы Европа? Почему? Я не знаю, это ваша проблема, потому что вы Восток, вы азиатка. Ни один человек, живущий в Европе, не знает, что Украина это Европа. К вам относится как к Сомали. Вы тюрки, поэтому вы не знаете. Нет, в Европе никто не знает, что Украина это Европа. Абсолютно никто. Только вы знаете. Ни один человек.
Прикольно, конечно. Значит, в Украине живут одни нацисты, а Европа вся нормальная. Да, получилось так, да. Прикольно. У вас пришла к власти, ваши нацисты практически к власти пришли. В всяком случае, идеология у вас нацистская однозначно. А в чем она выражается? Вооруженные какие-то непонятные формирования, практически террористические, ходят по улицам запросто под прикрытием ваших государственных структур. И что они делают? Избивают людей. За что? За мысли, за слова. Прикольно. А вы не знаете? Не. Удивите меня еще чем-то. Зачем мне вас удивлять? Вы должны сами разбираться в своих реалиях. Почему я должна вам это все говорить? А если я с вами на русском языке общаюсь, то я тоже кто-то какой-то. У меня, ну, Какой? я Ну, а убивал москалей, да. покажите, что там нарисовано. Покажите. В зброне целой Украины. Я вижу, что вы военный. Ну, так это же Скажите, а нацист. вы именно армии, да? Вы в армии? Да? Я убивал русских. А скажите, пожалуйста, армия. Скажите, пожалуйста, у вас в Конституции же, по-моему, написано, что армию нельзя применять против своего народа. Вы Так же кто? понимаете? А вы понимаете, что вы преступник? Нет. Я выполняю свою присягу. Присяги, разве можно, разве написано, что вы будете, что вы можете применяться против своего народа, Да, мирных применять. жителей? А против какого своего народа? А в Донецке разве не ваш народ? С донецким народом все нормально. В Донецке не ваш народ живет? А флаги в Донецке В какие? Донецке не ваш народ живет? Причем здесь флаги? В Донецке народ не ваш живет? У вас тоже Ну, Америка... нет, все Понимаете, нормально. если вы повесите у себя американский флаг, это не значит, что вы Америка. Вы не станете после этого Америкой. Так я же не вешаю Если вы никакого. повесите у себя флаг Евросоюза, это не значит, что вы станете Евросоюзом. Понимаете? Флаги ни о чем не По говорят. поводу Донецка. Вы А кто начал стреляете... войну в Донецке? Вы в кого стреляете в Донецке? В Донецке вы в кого стреляете? Кто убил... Сепаратистов. Кто И в мирных жителей? Московскую. А мирных Гиркин, жителей? это кто такой? Мирных жителей кто убивает? Подождите. А кто начал войну? Не надо, подожди, я не буду ждать. Кто убивает Ждите. мирных жителей? Гиркин. Бедолага. Вот Гиркин молодец, слушай. Один Гиркин, блядь, всю Украину раком поставил. Такой Мозговой. молодец вообще, капец. Вам назвать фамилию или что? Капец, блядь. Ну, назовите, давайте. Ну, Гиркин мозговой. Кто в Славянске начал боевые действия? Самые первые, когда Украина была ослаблена. Ну. А кто Луганск бомбил? А кто Луганск бомбил? А что такое? А кто Луганск бомбил? Не делайтесь девочкой. Кто Нет, бомбил нет, а кто Луганск Луганск? бомбил? Кто бомбил Луганск самолетом? Кто бомбил? А кто лупил? И Луганск разрушен? И ты хочешь сказать, что ты мужик после этого? Ты даже признать не Да, можешь, что ваша да. армия Я бомбила человек, я не мирный мужик, я город. человек. Ваша Да, я армия защищал бомбила свою землю. мирный И город. вы, А знаешь, почему своих бомбила? Потому что товарищей они дали вас кресты убивать и вашим будет нациков надали. и выгнали нахуй ваших нациков, блядь, с Донецка и с Да, Луганска. да, А да, вы, да. блядь, им в отместку Мы из пошли Мариуполя бомбить. вас выгнали. Ваши дети из Мариуполя, Вы из ублюдки, Мозговой, вы Мариуполя. прокляты сто раз, И будем в понимаешь? Донецке И убивать так же само. ты лично, военный, Айзенхайн из Хундес. Да, по пизде еще. И что, если ты по-немецки начнешь говорить, ты немцам станешь? Мы в Мариуполе выгнали, убили их Если всех. ты будешь говорить по-немецки, ты немцам, что ли, станешь? Ты как был Так подошва что в сапогах, так и немцы? будешь для В них. Мариуполе Для выгнали Европы вас ты, или нет? разменный материал. Для Да, Европы, при для чем этих тогда Европа? Для Я тебе еще раз Шольца, объясняю. В Петровка, Мариуполе вы выгнали Полоц, вас, убили понимаешь? И вас тебя всех долбоебов. используют как придурка, ты даже этого не понимаешь, ты до тебя этого не доходит. Ты сидишь и сам себе доказываешь какую-то хуйню, оставайся с этой хуйней навсегда. Хорошо. Я не хочу даже тебя видеть, потому что ты мерзкая тварь, блядь.